ты иди встань хоть рядышком. Ну блин, давай. Я же эту серую. Да? Штучку. А как ты серой штучкой собрался? Ну иди, иди. Ну что, берем? На, давай. 2 рубля не хватает? Все есть. Все есть? И 2 рубля есть? Да. Сейчас заходим и берем. Заходим и берем? Да. Сразу? А коричневую? Не будем? Красивая, шоколадная. Коричневая, красивая. Тоже вон какой цвет шоколадный. Берем. Из-за дисков, да? Да. Тут диски красивые. Да вроде такие же диски. Нет. Только тут черные, а там металлические. Да. Так. Я хотела розовую. Розовую? Да. Вот сегодня мы видели, такая впереди ездила. Купим тебе розовую. Я хотела розовую, или вон бирюзовая стоит, вон. Мужу понравились колеса, значит, вся остальная машина тоже. Бассейн хотел, вот он, пожалуйста. Лаком. Темным лаком. Да. И пеной монтажной. Пеной монтажной заделать щели. Да. Да. И заштукатурить. Потом нет? Нет, не надо. Не надо, ладно, хоть это. Мойка. Мойки будут хорошо. Ну что тебе мойка? Поехал на эту, на самообслуживание. И все. Ну да, такой весь цветной, разноцветный, зелененький. Как он стоит по отношению ко всему, да? Поворот руля. Ну да, когда на заднюю переключишь, вот видно сзади. Это сбоку, это правый бок. Правый бок только смотрит. Время надо переставить как бы на этот, ну, 3-24. 24. Да не давай сразу, нажимай домой и поехали. Все. А, да? Да. Давай домой. Только куда он домой покажет? Как куда? В Японию. Японию. Да, оттуда машина пришла. Так. Сколько там пробега? Вот, пробега 20 километров. Из Японии, да, как раз добежала. Да. Дань, а вот знаешь, если тебе будет места сверху не хватать, тебе можно лючок сверху открыть. Это как там называется-то? Какой-то полезный совет. Как он? Лайфхак. 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 Нет, знаешь, я вспоминаю, отец меня устроил, ну, к себе на завод. Когда я в это, ну, училась на практику. И мы ездили на завод на автобусе. Автобус назывался «Сарай». Посередке были сиденья, а в конце сидений не было. Вот такая задница у него была большая. Там люди стояли сзади в этом автобусе. А у нас была, работала такая Снежана. Фамилия у нее была Вицгайлис. Она тоже была из Прибалтики. И она была ростом больше 2 метров. Снежана эта. И она стояла в самом конце. И у нее голова даже была загнута, она задевала крышу, ну, потолок автобуса. И отец ей все время говорил: «Снежанка, ты люк-то открой!»
и ты туда войдешь. Так что открывай, Данечка, люк, если тебе тесно будет. Вдруг подрастешь. Вот лючок сверху. Да, ну-ка. Вот. Нет, так а ты не открыла, там еще стеклышко. Ой, вот. А в автобусе-то он не так открывался, он был такой железный, его надо было туда рукой толкать наверх. В общем, захочешь дождика, да, сверху? Раз, открыл. Жену помочить. Сверху. Даня, меня сейчас зальет, ты что делаешь? Давай закрывай. Ой, извини. И это, шторку закрой. Все. Поехали назад. Вот, видно. Стоянка наша. Ага. Кустики. Со стоянки выезжаем. Обзор. Ну, все равно, конечно, привычнее смотреть пока по сторонам. Хотя у той машины обзор есть. Это у меня у рабочей нету. Я головой верчу. Мне даже заднего... зеркала заднего вида нету даже. Думала, мы стали на полную карту, даже я привезем. Пару раз он бум, а стекло ударился на попу.